Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним. Упражнение номер 2 на странице 124 учебника математики для первого класса автора Дорофеева. Команда «Факел» забила в ворота противника 7 шайб, а команда «Метеор» на 2 шайбы меньше. Сколько шайб забила команда «Метеор»? За условия задачи нам известно, что команда «Факел» забила 7 шайб. Команда «Метеор» на 2 шайбы меньше. То есть столько же, но без двух. Чтобы узнать, сколько шайб забила команда «Метеор», нужно из 7 вычесть 2. Получится 5. 5 шайб. Ше с точкой записываем в скобках. И пишем ответ. Шайба. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.